Morning Show. Утро со вкусом позитива. Good morning show. Позитивное утро здесь и сейчас. Всем привет, доброе утро, в Омске 9 часов 38 минут, Good Morning Show, Бен Тайна здесь и сейчас. Мы разыгрываем деньги. Мы разыгрываем деньги, деньги разыгрывают нас. Вот с нами играет Таня. Татьяна, доброе утро, как дела ваши? Доброе утро. Ты Бен оказался... Боевое настроение. Круто, Бен оказался между двумя Танями. Да, я Бен, какое желание ты загадываешь? Чтобы сегодня не было выигрыша. Хорошо. Инструкция следующая. Прямо сейчас мы вас не ограничим во времени, ну где-то в секунд 20 у вас точно есть. Вы должны выбрать одну из 10 коробок. Назвать нам номер. После этого Танечка со своей легкой руки постарается открыть коробочку и выявить там для вас деньги. Мы разыгрываем, так как сегодня вторник, да, второй день недели, разыгрываем целых 2000 российских рублей. Обалдеть! 2000 вам российских рублей. Вам нужно 2000 рублей? Конечно. На что вы их потратите, Татьяна? На себя. Вау. Вот. Облепите вот одну с одной стороны палочки, маникюр, с другой. Маникюр, педикюр, загар. Все, нет. Татьяна, как вас по фамилии называть? Иванова. Татьяна Иванова, итак, выбирайте коробку. Так как сегодня второй день недели, давайте цифру 2. Итак, хорошо, Танечка, пожалуйста, приступай. Итак, я беру коробку. Да, преподносим камеру, пожалуйста. Пожалуйста, да, все снимается, все абсолютно здесь сейчас происходит. Я открываю коробку. Итак, открываем коробку. Почему она заклеена? Нет, она абсолютно нет. Пустая коробка! Бен, а в какой коробке на самом деле деньги? Отключи, пожалуйста, этаж, на котором я проживаю, пожалуйста. Этаж, на котором я проживаю. Ты же знаешь. Ты не знаешь? Номер 8? Конечно. Я не пожалуйста. Знаю, на каком. Ты меня никогда не звал в гости. И действительно, вот они, 2000 рублей лежат. Yes! Вот они шелестят. Ну, Танечка, не огорчайтесь. Татьяна, ничего. Татьяна, вы и так звезда нашего эфира, с чем вас поздравляем. Все сейчас обязательно получится. Good morning, show. Утро со вкусом позитива. Good morning, show. Позитивное утро здесь и сейчас.